Всем привет! Очень рада здесь всех вас видеть. Давно не проводила прямые эфиры. И вот, наконец-то, появилась возможность ответить на ваши вопросы и рассказать вам, как наши дела. Мы вернулись в Москву. Холодно, снежно. Но на самом деле не так холодно, как я этого ожидала. Мы вышли из самолета. Я была в кожаной куртке, топике и в штанишках красных. Мы добежали до машины, и я даже не замерзла. Ну, так ветерок подул, конечно. Но все-таки я не превратилась в ледышку, потому что я думала, что если я выйду из аэропорта, то все, конец. Как ваши дела? Как ваши новогодние празднички прошли? Готовитесь ли вы к предстоящим? Скоро День Святого Валентина. 23 февраля, 8 марта. Соскучилась уже. Я тоже по вам соскучилась. Долгое время не выкладывала сторисы полезные, как вы любите. Есть идея выкладывать в ленту для вас полезные лайфхаки и не очень полезные. Как считаете, вам будет это интересно? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кому интересна такая рубрика, а кому не интересна. Я проанализирую и пойму, стоит мне это делать или нет. Весной я выступать не буду. Я планирую выступить осенью. По поводу спортпита интересно. Хорошо, я вам про спортпит тоже расскажу. Что именно я пью, а чего не стоит пить. Что просто разрекламированный продукт для отмывания денег. Хорошо, расскажу. Еду я домой. Была у подруги. Массис дома. Пьерс очень радовался, да. Очень соскучился, и я тоже соскучилась про него. По нему зачиталась. Тут что-то какие-то комментарии пишут. Про питание и спорт, так я даже выкладываю постоянно сторисы про питание. Тренировки стараюсь выкладывать, выборочные упражнения записываю. Пьер всегда очень скучал, конечно. И я соскучилась по нему. Лиза, пьешь витамины зимой? Какие? Я всегда пью мультивитамины, так как у меня нагрузки физические. Ну и, в принципе, всем рекомендую пить витамины, потому что у нас не такая экология, не такие продукты питания, из которых можно получить все необходимые организму микро-макронутриенты. Лучше, конечно же, дополнительно принимать все это. Мамуля, привет! Привет, скажи, пожалуйста, сколько стоит отдых в Баду? Это вы имеете в виду, наверное, Дубай? Смотря какие у вас предпочтения, зависит от того, в каких отелях вы будете останавливаться, где вы будете кушать, есть, куда вы будете ходить и развлекаться. Все зависит от этого. Кто массис по национальности? Массис армянин. Ресницы не планирую наращивать, у меня свои хорошие. Нужно их только вовремя подкрашивать краской, потому что они у меня светлые сами по себе, так же, как и брови. Вот сейчас как раз взяла краску, сегодня буду делать окрашивание. Могу вам про это тоже рассказать. Показать, как я крашу, что я делаю. Персонально я не тренирую. Во-первых, потому что мы же ведь в разъездах все время, и просто пока что, ну, я считаю, что это не мое.
тренировать кого-то. Нужно быть очень терпеливым человеком, очень доходчиво уметь объяснять. Я даже, ну, не пробовала просто. Когда тренировала подругу, для меня это было сложно объяснять 10 раз одно и то же. Ты очень красивая, спасибо. Благодарю. Скажи, пожалуйста, сколько стоят номера? Во всех отелях по-разному. Еще зависит от того, в какую дату вы едете. Потому что в Новый год цены выросли вдвое, если даже не втрое. Очень было дорого. Массис снимал отель на, по-моему, 3 дня. Около 100 000 отдал. Ну, дорого было. Когда в другой день там в этом отеле стоимость была, ну, раза в 4, наверное, ниже. Заказываешь витамин на iHerb? Да, добавки я заказываю на iHerb. Лиза, чтобы похудеть, сколько калорий нужно съесть? Вам нужно рассчитать под себя, сколько вам калорий.